Сегодня мы сделаем с вами оригами фигурку монашка. Для изготовления этой оригами поделки возьмем квадратный лист бумаги со стороной 20 сантиметров. С одной стороны лист должен быть черного цвета, с другой стороны белого. Сгибаем наш листик по диагонали. Разворачиваем его. Берем за нижний уголок и подгибаем вверх так, чтобы осталась вот такая белая полоска. Маленький уголок, который черной бумаги вверху, отгибаем вниз. Фигуру складываем пополам. Разворачиваем наш листочек. Теперь нам нужно сделать сгибы вот по этой границе черного и белого. Сгибаем бумагу с одной стороны. Отворачиваем ее назад. И с другой стороны точно так же, по границе бумаги. Когда мы обе полоски подогнем, вверху у нас получится вот такой вот треугольничек маленький. Теперь нашу фигурку складываем пополам, но в другую сторону. Маленький уголочек отгибаем вот так, чтобы получился такой маленький белый треугольничек. Вот с одной стороны получился, переворачиваем заготовку и точно так же подгибаем второй. Вот маленький белый треугольничек. Переворачиваем нашу заготовку, берем за один уголочек. Нам нужно подогнуть этот уголочек таким образом, чтобы уголок наш белый совпал с белой манишкой на груди нашей монашки. Это будут ее ручки. Делаем складку, переворачиваем и точно так же по этой же линии делаем вторую ручку. Теперь подогнем один уголок вот так, чтобы наша накидка была красивой. И с другой стороны. Берем нашу фигурку в руки, еще раз расправляем треугольнички, придаем фигурке объем. У нас получилась монашка.